хорошенькую мамасита. А вот будем, этого я не понимаю. Ну, блядь, будем. Это твой заказ и остальное корпоративное говно. Знаешь, что это? Un pacto con el diablo. Я всегда говорил, ты продала душу чертям из Арасаки. Сегодня они приказали тебе кого-то обнулить. А завтра кому-то скажут обнулить тебя. А какие есть еще варианты? Если я откажусь, они заберут все, что у меня есть. Пускай. Зато больше никто не будет держать тебя за яйца. Не знаю, как ты, а я сам выбираю, кто может трогать меня за яйца. И уж, конечно, Сабура и его Матонес в этот список не входят. Может, когда-нибудь я и решусь. Но пока что это слишком опасно. Это всегда будет опасно. Всегда. Эй, вам чего? Заблудились? Ви, правильно? Вы из офиса Арасаки. Что-то случилось? Вы насчет Франкфурта? Мы насчет тебя. Дженкинс дал тебе сегодня задание. Ты расскажешь нам все детали. Нет, не расскажу. Это касается только меня и Дженкинса. Блять! Как себя чувствуешь? Внезапное недомогание? Твой доступ к корпоративной сети заблокирован. Корпоративные устройства перестанут действовать в течение 2 минут. Отдай данные, которые собрал Дженкинс, и мы завершим процедуру увольнения. Как вы про меня узнали? Это не твое дело. Данные. Быстро. Вся информация на чипе. Очень дальновидно. Это все? Официальная часть закончена. Но я думаю, Абернати нам доплатит, если одной крысы в мире станет меньше. Вставай, пойдешь с нами. Ну, шевелись. Да, я исправлю. Вы, ребята, кажись, немного потерялись в нашем большом городе. Таким, как вы, гулять в этом районе... Вредно для здоровья. Ты нам угрожаешь? Я так скажу. Будете стрелять, так и мы тоже будем. Чего доброго, еще попадем в кого-нибудь. Мы получили то, что хотели. Пока что этого хватит. Это было опасно. Hijos de la chingada. Ты как, Ви? Где-то болит? Как же... херово. В горле как будто... наждак. Я не могу дышать. Ты прямо как моя Примита. Она, когда наркоту бросала, тоже так тряслась и потом обливалась. Еще и блевала иногда. Да. Звучит очень похоже. Слушай. Слушай. Давай я отвезу тебя к Риперу. Или, может, Травматим за тобой приедет? У меня забрали страховку, Джек. И контроллеры биохимии. И квартиру. Даже банковский счет не заморозили, а конфисковали. Быстро действуют, сукины дети. С тобой точно все в порядке? В смысле? Погоди минуту. Сейчас соберусь. Это... это конец, Джек. Понимаешь? У меня больше нет будущего. Наоборот. Теперь есть. Ты не могла сказать им нет. Вот они и сделали это за тебя. Дальше будет лучше. Вот увидишь. И, кстати, ты потеряла не все. Ты про то, что у меня остался друг? Как мило. Нет, глупая.
Я про бабло, которое твой босс тебе дал. Он же наверняка не мелочился. Начнешь все сначала. Так что не боись, Чика. Выше нос. Эй, ты меня слышишь? Выглядишь как-то хреново. Ви! Ви! Эй, Эрмана. У тебя теперь начнется новая жизнь. Привет, привет, Найт-Сити! У микрофона Стэнли, и мы с вами встречаем очередное незабываемое утро в городе мечты. Честно, я люблю Найт-Сити как родную мать. Правда, это такая мать, которая отдает тебя приют, а потом останавливает на улице и спрашивает: закурить не найдется? Каждый день сюда приезжает по 100 человек. Правда, через год от них остается только половина. И это если год был хороший. Зачем же они едут в Найт-Сити? Конечно, чтобы стать уличными самураями, как Морган Блэкхенд и Уайланд Бобо. Как говорится, чем выше риск, тем больше награда. Но выше виде люди обычно не задерживаются. Чем быстрее ритм твоей жизни, тем быстрее ты выгораешь. И тем больше шансов поймать пулю. Сами знаете, где сейчас большинство легенд Найт-Сити? На кладбище. К счастью, абсолютно насрать, с чего ты начинал и откуда приехал. Самое главное, какую дорогу ты для себя выбрал. Это Найт-Сити. Город мечты. Наша пропавшая Чика где-то в этом здании. И те, кто ее похитил, тоже, скорее всего. Смотри в оба. Слышишь, Ви? А, кстати, у меня есть подарочек. Мелитеховский обучающий чип. На случай, если захочешь освежить знания, так сказать. Как насчет небольшой виртуальной разминки? Мелитеховский? Джек, это явно секретная штука для военных учений. Откуда она у тебя? Это Тибак. Она чутка поменяла там кое-что в коде. Зачем? Она типа крутая? Не, просто оно было не очень в ее духе. Сама увидишь. Нет, Джек, у нас мало времени. Давай потом. Потом, так потом. Маньяна, маньяна. Вакака сказала, как лучше выполнить этот заказ? Я тебе не мама. Тебе платят, ты и думай. Работа легчайшая. Я готова. Лифт. Пошли. Не тормози, Чика. Давай быстрее, Ви.
Давай быстрее, Ви. Цель Сандра Дорсет. Ее биомон пару часов как пропал с радаров. Похоже, ее похитили. Возможно, она уже мертва. Не знаю, успеете ли вы. Успеем ли мы, Бак? Я понимаю, ты не расхаживаешь тут с нами. Но мы все равно одна команда. Команда. Как мило. Бак, ты же все-таки наша поддержка. Нужна поддержка? Звони по телефону доверия. Номер 1237. Цель должна быть там, но я не вижу ее биомона. Хоть бы она была жива. Ненавижу крать спасателей. Не тормозите. Надо взломать дверь. Сможешь обойти защиту? Давай быстрее, Ви! 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 Не тормози, Чика. Давай быстрее, Ви. Высовывайся.
Не тормози, Чика. Не тормози, Чика. Мы что, опоздали? Ви, глянь, это она. Наша цель. У Сандры Дорсет корпоративный иммунитет 2-го уровня. Она девочка из высшей лиги. А у этой затотеховские поделки с черного рынка. Такие в любой подворотне ставят. Это не она. Ищем дальше. Не тормози, Чика. Ви, не спать. Тут еще пендахос. Убери его по-тихому. Тише. Новые тела на подходе. Они уже близко. Мясники ебучие. Одна пойдет на импланты для клиники. Есть еще корпоратка. Это не она, свой покупатель. Такой хром стоит дохуя. Oh, yeah.
Лучше. А? Завязывать надо со стимуляторами! Осторожно! Ну ты попала! Как вам такое, Гавронос? Ура! Тут еще кто-то есть. Тварь. Найдите их и разберитесь. Окружай! Вы же не хотите подставить цель под обстрел? Или получить пулю в спину? Точно, и не хотим. Все! Вот это я понимаю! Трюха, прибери! Куди? Эй, Ви! Пригни! Лучше не прячься! Всем покажем, Чика. А ну вылазь! Знаешь, на кого залупаешься? Эй, Ви! Пригнись! Чингада Матре! Я иду! Estás esperando. Я иду.
перезаряжаюсь! Сразу обоссалась! Ищите и обрящите, Каврана! Прикройте! И это все? Вдруг определи! Не торопись, Ви. Враги смотрят. Красава. Сам бы лучше не сделал. Они уже близко. Мясники и бучи. Ой, Ви, к нам идут. Выжди момент и убери их. Я нужен твой парень. Такой хром стоит дохуя.
Давай переждем. Убери этого. Только тихо. Эй, возьми того, который ближе. Возьмем их. Суэрте. Разобрались. Только это явно не все. Идем дальше. Я за тобой, Ви. Быстро! Исключительно на закрытие.
На датчиках движения нет. Вы его обнулили. Можно идти. Черт, где эта девица? Ищите, должна быть где-то там.
Господи боже. Пиздец, Ви. Меня сложно напугать. Я всякое повидал. Но это... У меня внутри все переворачивается. Такое творит с людьми. Они тут все ебанутые. В пизду такие заказы. Телохуру порми матре. Ви, хватит уже! Это она, наша цель. Мы успели? Она жива? Сейчас проверим. Ви, подключись к ее биомону. Проверим, что с ней. Выглядит она дерьмово. Она лежит в ванне. Еще с одним телом. Их кинули, как куски мяса. Соберись, Ви. Если ее спасут, она ничего не вспомнит. Будет маленький шрам в подсознании, и все. Я слышала, те, кто такое пережил, страдают от приступов паники, хотя не знают почему. Пьешь такой холодную воду, и раз, руки начинают трястись. Ви, подключись к биомону, проверим, что с ней. Подключаюсь. Сандра Дорсет, NS-570442. Платиновый статус в травме. Платиновый? Бля, к ней по первому чиху должны были приехать. Видимо, что-то блокирует сигнал. Могли ломануть биомон, поменять прошивку, запустить нейровирус. Караху, тибак! Это тебе не вип-клиника! Тут ванны со льдом и крюки с топорами! Значит, это что-то простое. Есть мысль. Проверь, в нейропорте нет щепки? Если есть, выдергивай, она заглушает сигнал. А это безопасно? Может, просто ее вынести? Она еле жива, ты хочешь ее угробить? Если есть внутреннее кровотечение или что-то еще, монитор это отловит. Вытаскивай щепку. Да, есть чип. Вынимаю. Проверь биомон. Что-то поменялось? Здравствуйте, Сандра. Если вы в сознании, лягте на бок. Ожидаемое время до прибытия скорой помощи к месту вашего положения – 180 секунд. Монитор сказал, травма будет через 3 минуты. Ваш страховой тариф покрывает 90% стоимости транспортировки и лечения. Попроси-то. Вынимай ее из этой херни. Джеки, стой на стреме! Мало ли кто завалится. Всегда готов, Ви. Не ссы. Блять! Она уходит! Ви, что у вас там? Не молчи. Только этого не хватало. Джеки, инжектор! Лови, Чика! Вроде помогло. Фуэра, Чика, выноси ее отсюда. Давай, выноси ее на балкон. Шагов назад. Быстро! ТТ-133 центру. Получили пациентку NS-570442. Ввели стимуляторы. Допамин 70 миллиграммов. Норадреналин 110 миллиграммов. Фибрин 800 миллиграммов. Все, уходим отсюда. Лифт едет прямо на... Круто. Где бы руки помыть? Так, ухожу из эфира. До скорой встречи. У меня свидание с Мисти.
Не на метро же мне ехать. Буду выглядеть как абсас. Да бери, конечно, Джек. Только не привыкай сильно. Ты прямо моя спасительница, Ви. Может, подбросить тебя домой? Ну, давай. Я все равно уже никакая. А, чуть не забыл. Позвони сейчас в Акака. Дай ей знать, что работа сделана. Эй, долго тебя ждать? Прошло. Клиентка жива-здорова? Конечно, жива и здорова. Мы же об этом договаривались. Замечательно. Твое вознаграждение ждет. Приходи, забирай, когда захочешь, хоть сейчас. Но мне кажется, сейчас тебе больше всего хочется домой. Правда, Уотсон отцепили. Везде полицейские кордоны. Если хочешь проскочить, придется поторопиться. Спасибо за инфу. Я к тебе скоро заеду. Говорят, копы отцепили Уотсон. Если я не хочу ночевать где-нибудь под забором, надо сваливать отсюда на полной скорости. Положись на меня, Чика. Я поведу. Круто в Найт-Сити, а? Город как город, только большой. Нет, Чика, это необычный город. Морган Блэкхенд, Эндрю Уэйланд, Адам Смашер. Тут рождаются легенды. Черт, жрать охота. Заскочим куда-нибудь. Ты как? Джеки, Уотсон блокируют. Ты не забыл? А, точно. Блин. Мне кажется, или... А, так я и знал. У нас на хвосте висит фургон. Тингадо Ви. Не нравится мне это. Совсем не нравится. Это они! Их остапута! Дави на газ, Джеки! Давай, Ви, стреляй! Не могу! Веди нормально! Держись, Ви! Мерда, пардон! Попались, мрази! Ви! Сядь за водителя! Тингадо! Попортил я вид твоей малышки. Прости, Ви. Ничего, потом разберемся. Надо сначала вернуться домой. Черт, они явно решили не мелочиться. Уотсон блокирован, пока не будет дальнейших распоряжений. Меры безопасности. О, мадам,
Какое счастье, что мы вас встретили, офицер. Серьезно? А что во мне такого особенного? О, у вас доброе сердце. Только тот, у кого доброе сердце, поймет, как сильно я хочу вернуться к своей девушке. Да ладно, своей девушке? Ну да. Она с ума сойдет, если я к ней не приеду. Я обещал ей, что буду образцовым парнем. Она дала мне шанс, понимаете? Жаль, что так вышло. Да сами смотрите. Не идеальный гражданин, но, по-моему, вполне достойный. Пусть едут. Больше никого не пропустим. Ладно, проезжайте. Большое спасибо. Хорошего вам вечера, мадам. А ты ей понравился. Моя неподдельная искренность тронула ее сердце. Да. А что, я верный, дорожу отношениями. Угу. А главное, скромный, даже. Кордер. Ты глянь, Ви. Тут все серьезно. Блядь, мужик, тут стреляй давай! Как-то не похоже на обычную облаву. Так потому что это не обычные копы. Это Макс Так, охотничьи псы нашей полиции. Их вызывают только когда ситуация выходит из-под контроля. Хотя вот эти мужики им так, на один зуб. Все, спектакль окончен. Просто не надо было нарываться. Отлично. Скоро будем у тебя. А как же ты? Сейчас уже, наверное, в Хейвуд не проехать. Спокойно, Ви. Меня пропустят. Ты прямо уверен? Ну да. Я снова буду очень вежлив. Ладно, увидимся. Передай привет Мисти. Передам. Ай, Луэго. Да? Забыла сказать. У знакомого нетранера для тебя кое-что есть. Пересылаю контакты. И наша.